Напоминаю положить, подписывайтесь все, там колокольчик нажимайте, офигительный будет выпуск о том, как Асхат Абалдиев, небезызвестный в Кыргызстане и не только в Кыргызстане человек, продюсер 1.1 Studio, КВНщик, который победил золотого кивина, классный забег на 36 минут, устроил Асхат в честь своего дня рождения, смотрите. Сегодня. Пару слов, как вам вообще идея Асхата? Погромче, если можно, говорите. Классно, вы бы сами хотели так день рождения отметить? То есть он что-то новое вводит, да, сегодня? Класс, класс. Всем успехов, удачи. У меня у друга день рождения, и я придумал ему отметить вот так. Ага. Потому что он готовится к полному айронмену, и ему нельзя пить алкоголь. Поэтому, но бегать ему можно, поэтому вот сегодня мы бежим. Придут все, наверное, но я пришел. Мы будем бежать 36 минут в честь 36-летия Асхата Табалдиева. Асхатик, у тебя все есть, брат. Главное, сохрани это все и не потеряй мозги. И высыпайся, пожалуйста, высыпайся. Отмечаем день рождения, как бы это странно ни звучало. У нашего друга у Асхата день рождения, и он, потому что готовится к триатлону, решил отметить в стиле бега. Но Асхат всегда отличался гениальными идеями. Я думаю, можно, но когда ты вице-президент Федерации триатлона, чуть-чуть легче это сделать. Один из самых крутых организаторов забегов наших, которые проходят в Кыргызстане. Расскажите, пожалуйста, о формате забега, это что-то новое, и самый главный вопрос, могут ли теперь любые другие люди устраивать что-то подобное в честь своего дня рождения? Ну, на самом деле, как бы формат родился сам по себе, это больше идея Асхата Табалдиева, он просто хотел отметить свой день рождения как-то по-особому, ну и в преддверии того, что он готовится там к полной дистанции айронмена, вот, а у него, соответственно, все на спорте, и он решил как-то поделиться, сделать такое маленькое мероприятие, свой день рождения. Ему исполняется 36 лет, поэтому это просто фановый забег, без призов, без каких-то призовых мест. Все бегут под хорошую музыку в 36 минут, как бы наслаждаются. Мы пришли просто немного повеселиться, по фану побегать. В целом, интересно само мероприятие. Вот, не знаю, на самом деле, это первый раз какой-то забег в плане для марафона. Поэтому это, наоборот, даже послужило каким-то толчком к тому, что здесь нет какой-то определенной дистанции, поэтому нам легче было согласиться. Хотели бы так справить днюху, ну, свое день рождения? Наверное, свой, да. Точнее. Ага. Наверное, да? Но я боюсь людей. Ну окей, указывал свое, да? Все, спасибо, ребят. Классно, хорошо вам пробежать. Так, так, так. Есть представители профессиональные, понятно, да? Вот, чё, зачем пришел сегодня сюда? Бегать, поддержать день рождения. Классная идея, да, согласен. Да, все, классно, Сань. Успехов, успехов. Музыка орет, конечно, поэтому я тоже ору. Участвуют, ну, не только любители. Профессионалы, у нас есть сообщества, которые практикуют бег, тренировки бесплатные. Вот одни из них, да, пространности. Здрасте. Привет. Чё, как вам идея вообще? Круто, вообще, вообще, как красота. Всё, а вам как идея? Отлично, отлично, спасибо. Хотели бы там свои идеи? Советуем, да, всем? Всё, класс, класс. А есть уже количество участников, хотя бы примерное сколько? Примерно 130. 130 человек, офигенно, да? А, 150 человек, 150, поняли? Здрасте, можно пару слов, как вам идея вашего спортивного мужа? Вы участвуете? Да. Тоже участвуете? Да. А детки? Да. Все семья бегут сегодня, класс, спасибо. На футбольном поле у нас будет небольшая разминка, инструктаж. И можно еще шуропы пить.
Привет, добрый день. Да, здравствуйте. Хорошо. Что пришли сюда, тетя? Офигевать. Я полгода не бегал, и сейчас что-то будем делать. Ага. Специально, да, такой праздничный забег будет. Пару слов пожелания своему другу. Вообще, я ему всегда завидую. Он классно умеет праздновать день рождения. Пусть каждый раз что-то новое будет, уникальное. И таких будет очень много, как минимум 100. Окей, еще расскажите, я знаю, что по-разному, какие были еще, был рафтинг, еще как он праздновал день рождения. Привет! Участники забега, огромная просьба, кто еще не получил, возможно, футболку или стартовый номер. Ну да, рафтинг был, стартовый номер, прыгали с горы, была мощная парилка, и просто туша была хорошая. Все, спасибо. Так, сегодня здесь как раз Алена Пучкина, которая совсем недавно прошла дистанцию Iron Man. Это вот туда как раз Аскат готовится, у него в октябре будет все это дело. Вот, Алена, поделитесь, сколько вы всем этим занимаетесь, насколько это становится легко, когда вы начинаете тренироваться и уделяете много времени своему здоровью. Две-три тренировки в день, чем в неделю, ребят. Хочу, кстати, отметить, что благодаря Аскату и Расе, в этом Ростиславу, в этом парке Одинай, который у нас находится по Мира, не доезжая Южной магистрали, работают теперь туалеты. Спасибо, мэрия, что вы работаете. Здесь принимают участие родители Аската, вот какая спортивная семья. Можно пару слов? Вы папа Аската, насколько я понимаю. Как вас зовут? Очень приятно. Кудай Берген. Вы у нас тоже участвуете, побежите 36 минут? Да. Сколько вам лет? 70 лет. 71. А, мама добавляет 71. Окей, а вы не участвуете, но всю эту инициативу продерживаете. Здорово. Очень круто, вот такая семья. Один, пример, два, мне кажется, ну, да, для каждого, вот, для всех. Нормально. Здорово. Да, я, по-моему, да. Да, в какой-то единственный был. Да, а я, да, это, я это с вами бежала, точно, точно, да? Участие как раз марафонов постоянно. Атлеты, спортсмены. Да, так, а есть люди, которые не неправильно участвуют, вы только это и делаете. Мама, которая боится людей, она первый раз сегодня выберет, реально? А почему, что вас побудило? Естественно, я не буду. Я ее заставил в аварту, да? Поделимся, проведем быстро разминочку. Разминочку. Давайте как-то встанем, чтобы всем удобно было. А, ждете? Ждете? Пару слов по Аскату послали. Вы вообще, вы друзья его? Погромче, пожалуйста. Всем рождения, Аскат! От вас. Всем рождения, Аскат, тебя поздравляю. Побежит годовой рекорд, тот и молодец. Но о вашем рекорде будете знать только вы. Супер. Потом расскажу все остальное, когда побежит Аскат. Всем классного настроения. Проходит это все в парке Одинай. Спасибо, что у нас есть в столице действительно такие классные парки, в которых можно проводить вот такие забеги. Здесь проводятся и полумарафоны, и марафоны. Федерация триатлона проводит дуатлон. Вот. Так что очень круто. Таля, у нас сегодня не бежит, приветики, она с малышом. Классно, Аскатику что пожелаешь, я вложу? Ой, Аська, люблю тебя, не могу, желаю тебе легкого пути, легкой руки, ноги, сердца, решений, верных друзей, не знаю, и много путешествий. Здорово, спасибо. Хочу отметить, кстати, что Аскат сам сегодня, к тренерам придумал такой подарок на день рождения,
бежит 36 километров, да? Это, короче, 12 утром километр, 12 днем и 12 вечером. Мы вот все в ожидании ждем именинника, а пока поговорим вот с еще одним гостем сегодняшнего мероприятия. Он тоже пробежал кенийский забег, вот, кстати, Асхат тоже где-то рядом. Да? Как самочувствие? Я знаю, что ты бегаешь по марафону. Нормально, кенийский у меня первый забег. Получается 12. Просто я не знаю, как кенийцы. Я понимаю, почему кенийцы счастливы. Только так, это впервые, это офигенный экспириенс. Спасибо, Асхат, что родился в этот день и тренер с удовольствием. Класс, пожелания, наверное, Асхат. Да, добиваться высот, бегать, становиться лучше. И самое главное, с каждым годом, как вино, только лучше, лучше, сочнее и мощнее. Здорово, и Айронмен, да, чтобы пробежал с самым лучшим результатом. И хочется, чтобы мы просто кайфанули 36 минут. 36. И просто давайте пробежим, и все будет. Вот есть вода, есть пункты питания, там пиво есть, да, но пожалуйста, давайте не будем афишировать пиво, нельзя. И если что, короче, мы пиво будем раздавать там, в баре. Там будет у нас автопати, поэтому 36 минут. Хочется забег сделать. И вот есть дети здесь, которые тоже забег хотят устроить. И оказывается, у нас есть не только Run Askeran, а Run Askeran Kids. Перед тем, как мы забег сделаем, можно будет деток впустить. Особенно вот Ая, Алан очень хотят поучаствовать. Один кружочек быстренько делают, и мы после этого... забегаемся, да? Как скажешь. Да, как скажу, да. Мой день живет вот. Ну все, ребята, мы начинаем. Ну вот, вот так вот люблю я то, что делаю. Бегу, блин, тоже. У вас, наверное, возникает вопрос, почему я не бегу, да, в этом всем не участвую. У меня чуть по здоровью я восстанавливаюсь, у меня вот корсет, видите? Вот, а так я бы, честно, с радостью. Пока детки бегут, взрослые идут к старту. Вон арка, бегуся! Вот мама сопровождает, тут у нас ребят. Вот, несет. Все, мини-ник со своим пацаном бежит. Опа. Класс. Вот так вот. Так вот, на финиш детки прибежали. Ровно 46 можем стартовать. Окей? 20:46 стартуй. Сегодня был кенийский бег, это 12 на завтрак, 12 в обед, ага. И вот сейчас только что я закончил 12 на ужин. Ага. О, больше всех, кстати, прибежал, если что. Пробежал 36 километров? Да, вот так вот, ребят. И как вы, у вас, ну расскажите цели, вот почему, откуда вообще появилось желание-то вот этот железный человек? Вот этот вопрос я задаю себе перед каждым стартом. Для чего? Я не могу понять на самом деле. Слушайте, но меняется жизнь очень сильно. Mm-hmm. То есть ты становишься более собранным, более структурированным. Ты начинаешь ценить время, потому что в день, блин, у тебя уходит на тренировки часа по два. Mm-hmm. Соответственно, ну от чего-то приходится отрезать. Mm-hmm. Ну, от семьи не отрежешь, от работы не отрежешь, отрезаешь от кайфушек. Правильно. Просто мне чуть кажется, раньше просыпаешься. И... Это самое то, ЗОЖ, спорт, ребята, включайтесь все вообще. Да. Да? Да. Вот, все, класс, спасибо, все, я вас отрезаю.
отдыхает чуть. Болельщики есть, у вас тут кто бежит? Болельщик. Кто бежит? Папа бежит, да? А папа до этого бегал, участвовал или? Всегда бегает, класс. Вот такая спортивная у вас семейка, вот. Пришли поздравить Аскату, наверное, что-то пожелать ему. Поздравляем Аскат, долго, будьте таким же активным, молодым, смешным. Короче, рады, да, рады. И у вас кто бежит? У вас кто бежит? А, все, тут тоже папа бежит, вот они вы. Хороший, красивый. От вас тоже пожелание. Вы Аската как-то знаете или просто узнали о забеге? Ну, мы от скворечек узнаем. Я всем хотела бы пожелать, что такие мероприятия узнаем. Здорово. Класс, спасибо. Не, ну для съемки мне все равно приходится бегать. Хорошо, что я чувствую себя лучше. Классная тусовка, атмосфера, вайб просто. Я надеюсь, у меня получается максимально передать, да, все, что происходит. Оказался в шкуре Асхатбайке. Удачи! Вот кто-то зашурол вообще. Пару слов, ребят, поздравления, может быть. Как пробежали? Супер, требую, чтобы все дни рождения проходили так. О, класс, спасибо. Байке, Байке, а вам сколько лет? Сколько лет вам? 45 лет. 45 лет. Все, раз мы возросла. Пожелания ваши Аскату, поздравления. Поздравляю с днем рождения. Желаю еще больше и больше успехов. Привлекать молодежь к бегу. Рахмат, девчонки, которые то шли, то бежали, как вам забег? Классно. Как сама идея? Я не помню, как меня зовут, вы спрашиваете что-то. Я из детства наше рассказывала, но вообще все забыла. А вы знакомые Аската или просто гости? Мы будем знакомы. Вообще вы сегодня... Университетом нашим. Вот, вот, оказывается, Аскат, вот, вот, девчонки, пишите, опоздать. Пожелания ваши. Пусть он продолжает, вот так же, как он нашел свой, пусть там вода, если кто любит что-то... Все, ма. Спасибо.
В общем, подытожу. При желании возможно все, даже устроить забег на более чем 150 человек. Классно, классно. Подписывайтесь на мой YouTube канал, будет очень много всего интересного. Муа!